Добрый день, дорогие друзья. С вами Некрос, и добро пожаловать в МК-11. Играем онлайн в боевую лигу. Новая эра или Вечный Страж? Противник не хочет выбирать пока что. Вечный Страж. Вечный Страж, потому что... Ну, на случай, если он будет фаерболами меня закидывать. А он меня будет закидывать, потому что... Парирование. Так, парирование, значит, тыкать нельзя. Значит, надо вниз 4, да? Сейчас посмотрим, что он будет делать. Он пропустил. Опять он пропустил, а я даже комбить не стал. Ой. Ой. Все, я его не наказал. Не наказал его за ногу. Нормально, чистый раунд. Нес 4. Дождался. Я не буду ничего делать. Ой. Наказал захватом. Наказал захватом, сейчас бы доигрался. Там же наказать можно было спокойно его. За вперед 3-3-3 или как? Вперед 3-3. Вперед 3-3-3, по-моему. Кстати, очень хорошая штука. Для наказания. Да почему он постоянно пропускает? А, паузу сделал. Ой, вив паниш. Я ж не знал, что попаду. Поэтому не стал комбить. Вот, все. Сделаю уж тогда крашинг, чтобы раунд забрать. Ой. Я боюсь его тыкать, потому что там... Но антиэрит он неплохо.
Он плохо антиэрит. Вот, ага. Антиэрит он не очень хорошо. Это мне на руку. У меня тоже проблемы с антиэйром, поэтому... Это мне очень на руку. Ну? Как видите, противник-то меня не зонит, просто потому что я Герос. Если бы я был Котальканом, меня бы уже давно закидали всякими каками. А, ну это точно Вечный Страж, 100%. Потому что мне нужно будет с ней постоянно дистанцию сокращать. И провоцировать ее на вейкапы. Так что здесь только Вечный Страж. Ну, мне так кажется, на первый взгляд, не знаю. Просто Скарлетт, ну, сами понимаете, она зонерша, она будет кидаться всякой какой. И эта кака будет пролетать мимо меня. Танец с кинжалом. Опять вот эти вот. А у Гераса же нет быстрых лоу-поков. Это меня напрягает. Ой. Вижу, вижу. Изворот будет? Слушай, я сейчас... Я же не знал, что я попаду. Так, сейчас я близко буду. Она скорее всего, сделает этот. А, все, это раунд. Она кнопки жмет. Мне кажется, она агрессивно играет. Поэтому я попробую даже сейчас этот... Коленку. Коленка! Да, смотри, сработало. Раз, два. Я не умею в антиэйры. Вообще не умею. Давай, прыгай. Во. Ах ты, тихо. Не люблю очень вот эти вот парирования. Меня, видите, меня, ну, меня не зонят. То есть я выбираю персонажа такого, чтобы его зонить было просто страшно. Если персонажа можно легко зазонить, я за этого персонажа в принципе не играю. Чтобы не это. Вот она уже в ближний начинает потихоньку лезть. О! Попал. Она что-то на блок отпустила. Сейчас, скорее всего, будет что-то. Ага. Переждал. Ой, низы. Чё, прям фейтл? Да, слишком агрессивно играет. Я знаю, если сейчас она меня... Смотрите, сейчас она... Я знаю, что сейчас будет. Прыгает она сейчас. Она сейчас прыгнет?
Нет, она знает, что я знаю, что они знают, что мы знаем. Короче, я хотел так. Она делает мне зонинг, потом думает, что я сейчас отвечу песком и прыгнет прямо в песок. Три. Нет. Ой. Отлежусь. Неожиданно согласен. Делай. Ну вот так сделаем. Сейчас она ролить будет, скорее всего. Сейчас ролл будет. Нет. Это моя классическая такая штука. Когда я... Если я не могу антиэйрить, то почему бы просто не отойти, а потом не подойти и сделать захват? Правильно? Почему нет? Следующий противник. Я ж на картинку посмотрел, испугался, думал спаун. Так. Кабал. Чисторез. Ну. Чисторез, чисторез. Новую эру можно попробовать. Хотя. Нет, наверное, зря. А, нет, не зря. В принципе, он сильно звонить, наверное, меня не будет. Ой. Ладно, исправили. В следующий раз я не ударю. Ой. Точнее, ударю. Ну и я не ударил, мне что-то сбились кнопки. Ну и хорошо, что сбились. Игра сама как будто меня направляет. Ой. Иди-ка ты в угол. Ой. Ой. Надо было, наверное, все-таки делать этот. А, он и так может наказать. Ага. Он изворот не делает, кстати, я заметил, вообще. И есть опасность возникновения его этих. Да, он слишком... Он как-то очень по-простому играет. Надо это учитывать. Его надо переждать. Сейчас я отлежусь. А нет, не буду. А, ну тут все, да. Тут он песочек получил. По-простому. То есть встает, делает фейтал.
Я, кстати, еще заметил такую странную вещь. Он не обузит почему-то миксапы. То есть там миксапы-то есть такие зверские, он их не обузит совсем. Назад 1-2, назад вперед 2. Ой, дефпаниш, прикинь. Вообще ноль изворотов. Я не вижу изворотов. Я двинулся. Ой, слушай, это было, ну, ты выкинул просто. Я комбо дропнул. У него как только фейтал, я просто не верю в такие мувы. Поэтому... Ну давай я с фейталом стану. Ну. Я просто не жду таких простых мувов, поэтому я и делаю более сложные действия. О, да ладно. Не, что-то ты, чувак, прям выкидываешь раунды. Так не делается. О, там что-то летело. Прям звук такой. Хлёсткий. Зачиповал, можно сказать, я его в углу. То есть защита не пробил, а вот зачиповал, да. Ну и на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.